Девочки, добрый вечер. Красим перламутровые яйца. Яйца отварили. Разогрели вот такой краситель, девочки. Вот у меня вот такой краситель перламутровый. Если он еще живой, девочки, не знаю. Сколько лет? Года два, наверное, лежит уже. Я его подогрела. Я его подогрела, девочки. Не убираю вот эту коробку, потому что тут написано, что нужно застелить стол бумагой, но у меня нету бумаги. Достаем яйцо. Вот такие яйца. Вытираем. Ой, горячие, девочки. Кипяток. 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 Ой, горячущие. А что там не написано? Остудить или что? Нет, в горячей воде должны быть. Так, отрезаем кончик. Кончик отрезаем красителя. Ну, давайте красным начнем. И капаем на яйцо. Господи. И растираем. И растираем. А он горячий. Яйцо-то горячее. Как растирать-то? Ё-моё! Лена! Чего они написали-то там? Ай-яй-яй-яй-яй, девочки, как растирать-то? Ай, оно горячее, кипяток. Выливаем. Выливаем, растираем. Ох, я сейчас нарастираю. Может, кисточку взять? Может, взять кисточку? Так, сейчас, девочки, минутку. У меня есть кисточка, сейчас. Достану кисточку. А где же кисточка моя? Не подготовилась ты, Лена, не подготовилась. Не подготовилась. Так, девочки, все видно, да? Хорошо, выливаем. Остатки выливаем, растираем. Ну, как так написали они? Как-то написали мне, что горячее яйцо должно быть горячим. Пищевой краситель. Должно получиться очень хорошо. Очень красиво. Первый раз в жизни я решила не в луковой шелухе сделать, а первый раз в жизни решила похимичить, девочки, поэкспериментировать. Да яйца большие, да хорошие. Яйцо. Яйцо, девочки. Не яички, а яйцо. Яички бывают только у самцов, яички. А у курицы яйцо. Так, так. Ну, неплохо. Ну, неплохо. Я только не поняла, почему они сказали, что яйца должны быть горячими. Что, если на холодное яйцо, то оно не тогда, не это, не покрасится, что ли? Вот этого я не поняла немножко. Вот этот момент я упустила. Даже очень, девочки, получаются красивые, красивые яйца. Даже очень красивые яйца. Так, еще достаем. Потом кисточку промыть. Так, еще достаем. Ложечкой. Два яйца. Ой-ой-ой. Раз. Вот решила перламутровые сделать. Что-то надоели эти уже шелуха, то что. В общем, разные народы мира, девочки, по-разному красят яйца. Кто-то применяет кору деревьев, как, например, в Грузии. Кора деревьев очень даже. Вот эти можно поставить, пусть они стоят горяченькие в воде. Так, здесь желтенькие давайте сделаем, синенькие. Давайте сделаем синие. Так, эти можно вот сюда поставить уже. Все, отлично. Отлично, девочки. Все, делаем синие яйца. Ой, какие красивые синие яйца. Я кисточку не помыла. Яйцо будет горячее, девчонки, горячущее яйцо.
Вот Алисы нету. Вот это ее дело. Творчество. Очень даже красивенько получается. Очень даже хорошо. Так, с другой стороны. Прокрасим. Вот сюда маленько еще. В общем, девочки, красим яйца на Пасху. Вот оно какое получается синее яйцо. Еще одно. Два красных, два синих, два желтых. Краску можно было бы, вторую краску не тратить, второй бутылек. Ой, горячее. Ой, горячуще. А ее если погрела, подогрела краску, она, наверное, уже нехорошая будет. До следующего года уже не доживет. Вот иногда наберу, блин, наберу, и все лежит. Всякие наклеечки лежат. Всякая ерунда. А тут что-то я решилась в этом году сделать вот такие яйца. Это все пищевые красители, девочки. Продаются официально в магазине. Поэтому бояться этого не надо. Прекрасные яйца получаются. Шикарные. Ну и желтенькие. И одно яйцо останется. Не знаю, какое. Зеленое можно. Зеленое. Так. Так. Достаем. Вот, мужики, у меня завтра удивятся. Лёва с Михалычем скажет: ё-моё, ты чё тут нахимичила, мать? Ребёна, мать. Ох. Давай сохни. Вот и все, минутное дело. Минутное дело. Да, девочки? Вот как хорошо. Ой, давай разбей ещё. Вот как хорошо. Картонка пригодилась. Прям не выбросила я ее. Картоночку. Так, два желтеньких. Давайте помоем. Ну, что такое? Да, девочки, хорошо отмывается. Прекрасно отмывается. Перестаньте. Смотрите. Прекрасно отмылась. Силиконовая кисточка. Желтенький. Отрезаем желтенький. А что ты? Ну, что ты нервничаешь? Зачем ты нервничаешь? Зачем ты себе нервы мотаешь? Вот зачем? Скажи мне. Зачем ты нервы себе мотаешь? О, девочки, смешала. И синий, и красный. Выливается. А-а-а! Яйцо, золотое яйцо. Получилось. Тут я уже химичу. Так, давайте вот это еще. А, девочки, вот что получилось у меня. Короче говоря, каждую ампулу надо по отдельности. Иначе они все выливаются и получаются. Последний момент. Получилось. Вот оно какое красивое.
Ой, красиво как. Ой, как красиво. Короче, хватает 3 ампул на 7 яиц хватает. А, нет, на 6 яиц, девочки, по 2 яйца. По 2 яйца. Так. Ну что, одно яйцо осталось. Тоже надо его закрасить. Или хоть оставляй, девочки. Зеленое. Давайте зеленое сделаем. Вот так надо отрезать. А я держала все вместе. И вот такая ерунда у меня получилась. Зеленая. Ой, накрасила яиц. Ну, первый раз так вот я делаю. Я по бабушкину, по мамину методу все время делала. Вот. Просто шелуха. Баба Катя делала в шелухе, а баба Нюра, папина мама, делала разноцветные. У нее были всегда голубые, желтые, разноцветные. Но они всегда у нее были переварены в трещинку. Раньше не выпендривались, не выбрасывали ничего. Вот, девочки, все. Вот, все. Накрасила Елена яйца на Пасху.